И всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис и... Полгеймер. Серега. Витёк. Мы продолжаем играть Left 4 Dead, во вторую кампанию переход. Был проблема с серваком, поэтому мы как бы прервали запись там, чтобы подобрать подходящий с Friendly Fire. А сейчас, как говорится, буквально секунд 20 по сюжету. В общем, там мы в центре выбрались на вот этой вот тачке. Осторожно! Но чтобы проехать дальше, нам надо опустить мост. Осторожно! А чтобы опустить мост, надо заправить бесконечный генератор, иначе вот другая команда выживших ждет, пока мы это сделаем. В общем, не проехать, нам пока не опущен мост. Блин, топор это вот бомба. Да и катана, мне кажется. Нам, в общем, сюда вниз. Перезаряжаю! Осторожно! Ой! Ой, а у него коктейль будет. Осторожно! А здесь голова тоже внутри. Есть стреляющий ног. Ой, уберите его! Уберите его, такой голова. Вас, нет! Толково! Ладно, где ты убавишься? Ой, как он расчленяет, это вообще жесть просто. Мне даже жалко этих зомби. Да и бошки вообще только так слетают. Так, нам надо... Да-да, вот туда дальше. Так, не отрывайтесь друг от друга. Сейчас главное найти стволы хоть какие-нибудь. Ой, ну-ка, блядь, это отфига. Так, а куда идти-то? Сейчас. А, и главное, здесь будут вот тачки, пушки, мигающие. По ним не в курсе, не попадайте. Где? Осторожно! Если попадете по такой тачке, сигнализация сработает. Не надо в меня стрелять. Так, вот оно что. Так, возьму-ка я автомат. Вить, зайди сюда. Я перезаряжаюсь. Там в компьютере, где автомат. Осторожно! Там. Самое лучшее, но пока пусть будет, потому что воевать больше особо нечем. Ну, я дробаш возьму. Перезаряжаю. А-а-а. Так. А тут у нас что интересное есть? Так, туалет. А разве нам не сюда? Нам сюда и надо. Так, нет, нам надо перед. Смотрите внимательно, здесь могут быть полезные штуки. Стой! Пулемет, ребята! Ого, блин! И вот теперь посмотрим, взорвал ли я. Только проблема одна. Ой, я дверь взорвал. У него один. Ой, я пал! Перезаряжаю! Нет, он все видит. На помощь! Ой, как то а? Открывайте скорее! О, вот здесь вот эти... Адреналинчики возьмите с собой по одному, вот здесь в ящике, где я. О, это взяла тоже шприц. Адреналинов-то, блин, у меня аптечка здесь, есть. Здесь в ящике. Идем здесь. Так, нам надо вот сюда. А где вы взяли пулемет? А он только один был. Так, нам сюда, ребята. Здесь шприц. Сейчас будет слизь! Блин! На меня! Дерьмо! Перезаряжаю! Зараза, как они бесят! Серу! А я лучше пока с топориком побегаю, блин, это осталось мало. Видят, блин. Угу. Так, нам, наверное, вот здесь спуститься надо, чтобы по... На-нахуй. Чё это машина? И красного. Перезаряжаю. Вот по ней лучше не попадать. Осторожно! Уже! Дальше назад. Ой, я спустил. Да? Не надо подряжать. Вот опять такая тачка страшная, они лучше не попадают. А, вот, лучше. Ааа, посад! Перезаряжаю. Вот как они расчленяются. Так, ну что, перезаряжаю. Так, хочу. Не стреляйте по машине. Да, вот она уже летает. Все, пулемет закончился. Нам нужно попасть в здание. Все, я практически ничего не вижу. Взгляните сюда.
бой здесь, как то я закрою. О, Дикол. Так, нам надо... А, не, я топор не променяю на Дикол. Если бы это был... Подождите, подождите. Так, нам потом выше. Да-да-да, и ждем же мага, идете его. Так. Блин. Амбал! Где, осколочные боеприпасы! Перезаряжаю! Подбираю осколочные боеприпасы! А как это ты его так... А зачем у них осколочные? Таблетки мне пригодятся. Так, тут ничего. Так, где вы? Здесь шприц адреналина. На третьем этаже, но вроде надо на втором. А, вот дверь. Да-да-да, вот там на улицу, если не ошибаюсь. Ага, вон там ревут уже все. Ненасытные зомби. Осторожнее, в центре. Ты мешаешь? Ух ты, я... Я топором разбудил. Перезаряжаю. В центре здесь еще будет... Осторожно. Будет ведь. Перезаряжаю, пожалуйста. Что ты делаешь, черт тебя подери? Охотник. Убери! Так, нам вот... Я не понимаю. Так, нам куда-то... Ой, перезаряжаю. Да-да-да, вот там в центре, где венчаются, будет ведьма. Ее надо как-то загреть, и что-то снизить, я считаю. Попробуй лучше пострелять в зомби. А, вон она. Да-да-да, вот сейчас мне ее выставили, и она... О, все. Ай, Кура, Кура, уйди. Вот они! Эй, мне тут нужна помощь! Эй, вставай! Ты вообще смотришь, она, куда стреляешь? Хотя более бежит только на того, кто в нее, ну как-то, кто ее мог, беспокоил. А, сейчас я вылечу. Вот же насилие. Забираю осколочные. Лечусь. Блин, это же конечно. Перезаряжаю. Осторожно. Перезаряжаю. Прыгнул. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Нет! Так. Нам куда-то убежище. Сюда дальше. Ой! Перезаряжаю! Убейте этого зомби! Блин, это зомби как военный выглядит, вы видели? Ага, а вот и выход. Так, и давайте, чтобы это... А пушки здесь такие, не особо. А, мне это и ППшка, если что, устраивает. Главное, ладно. Вот, кому еще надо, нет холодного, вместо пистолетов вот катана лежит. А вы начинаете мне нравиться. Можно еще одну записать тогда, что-то пошло. Ну, в общем, как бы вторую и запишем, а потом другая серия будет, это уже самый финал. Она же из трех и состоит. Ну, да, пройдем ее потом отдельно уже. Именно в этой части пройдем две миссии. Не надо, я не думаю, что получится. Финал, мне кажется, такой же будет дробительный, поэтому... Ага. Нет, что... именно вот эту миссию я говорю. Ну так. А, вторую и. Ну стрел. Так мы ее и планируем. А в следующей серии. Ой, я больше всего боссов. Так, птичку. Зои не станет связываться. Элли, спроси себя, что бы сделал Кит на твоем месте? О, кстати, как-то раз. Девочка. О, вот я дура. Вот я дура, зона. И нам всем за нее расплачивать. На лестницу. Давайте живее. Я соскучился по тачку. Перезаряжаю. Осторожно. Осторожно. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Запутался немного. Нет, там... О, классно. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Чёрт, ты спортсмен, блин, долбанный. Сейчас будет...
Так, а нет, она разве не, не сюда? Осторожно! Так, я думаю, сейчас я... Да-да, слушай, у меня тоже телефон подсветил. Попал! Все, продолжим. Так, да, Громила! Пошла дальше. Но все равно... Убей! Я не знаю, что за фигня творится, это так странно, что просадки. Так, не сюда. А может еще и от сервера, здесь же они разные. Ну да, он же. Так, нам скорее всего сюда дальше по улице. Так, можно сейчас залезть я через окно. Ой, там ведьма. Там чертова ведьма. Что с ней делать? А, это я в начало пришел. Черт, побери! Ой, сейчас она меня убьет. Не, она с ног валит, но ее пристрелить можно. Хватит в меня стрелять! Так, спускаемся сюда вниз и... Опал! Толстяк! Нет, это обычный толстяк. А громилы эти, вот эти, да, там баба. Так, ну вот сюда. Сейчас вроде поменьше стало. Ребят, не обращайте внимания, что от сервера может зависеть, какой нам подпункт. А почему у меня не... Ой, зараза, опять на меня падла сверху. У меня перезарядка именно в тот момент, когда это необходимо. Щелочка. А, вот сюда вниз вроде, даже. Вот оружие! Да. Нахрена, пираты какие-то. О, винтовка, ну нафиг. Не, тут лежит нафиг оружие! Без понтов. Осторожно! Перезаряжаю! Пошли наверх! Да, перезаряжаю! И перезарядки, как обычно. Этот чувак знает, что брать дорогу. Столетики лежат. Курильщик! Перезаряжаю! А хотя, может, и правильно я пошел. Здесь громила! Нет, не сюда. Так, давай, пойди. Так, а, вот нам наверх надо, да-да-да-да. Я ж только что оттуда. Так, вот еще лесенка вверх. Так, и вот здесь где-то надо будет по доске пройти. А, да-да-да, вот сюда, ребята. Вот. Коктейльчики, которые нафиг не нужны. Так, тут у нас спуск вниз. Так, я полекаюсь. Лечусь! Мы можем спуститься здесь! Так, сейчас перезаряжусь. Ну вот, снова встаю. Так, ну да, нам сюда. Сейчас строительные леса будут где-то. Все возьмите. Идем в джаз-клуб. Да нахрена твоя снайперка нужна на бестолковой? Не, где оружие? Оружие, отлично! А там оптика. А, вот, наверное, сюда надо выйти, да, или что? Или нет? Хрен знает. Я что-то немножко и запутался. Так куда нам вообще? Эй, тут есть пушки. Так это оптика, зачем нам? Так, может будет с другой стороны выход? Может ниже... А, во! Нашел. Ниже этажом, да, тут все? Да. Перезаряжаю. Собака, а? Воль, напи... Ой, жирный... Холостяк. Перезаряжаю! Здесь охотник! Перезаряжаю! Ну, заразу прыгнущие, как они меня бесят! Перезаряжаю! Так... Куда же ты бежишь? Ну, хоть заходи, смотри! Здесь лежит дефибриллятор! А зачем он мне? Перезаряжаю! Да-да-да, вот сюда! Пристрелял в меня! Вот оружие! Осторожно! Все это не то! Так, этот не открывается! Взяла шприц! Вот наркоман! Да-да-да, вот сюда! Вон топорик возьмите, кто-нибудь пригодится! О, нет, ой, зараза! Осторожно! Перезаряжаю! Не, ляг, не,
Иди сюда! Вот наблевал. Слушай, а он от меня убегает. Перезаряжаю. Опять снайперка. Да и вот тебя копали. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Это тварь языка, что вы ему как-то. Почему все застрелить, когда засран? Он убежал, главное. Так, вот сюда через. А тут вообще тишина. Леса надо вот так вот обходить. Так, а вы где, ребят? Всю историю припрятали, вниз и спускайся. Чтоб не испортилось. Ну... Чё тут за лабиринт, а? Так ведь ты где? Блин, ну, что ж я уже запутался. Бризит-то собака. Так ты вниз и спустился, и подожди, ты с робой убежал? А, нет, видел. А вот, вижу, вижу. Так, вот я слышу одну из этих мелких тварей, что запрыгивают на просто я сегодня... Блин, ходил. Ну зашибись. Ой, а ты куда убежал, Таром? А дальше его убежал. Вы, блин, знаете... долго ходите. А я ничего не могу сделать. Да, блин. Так, сейчас, если что, успею. Пушки! У тебя же шкала не так быстро убавляется. Поганые джеки, блин. Главное, ничего с ними не сделать, пока... Даже тут умудряется. Так. Жаб... Птичка валяется. 5 баксов псу подход. Джеки! Так, бегу, бегу. На помощь! Блин, сюда. Бегу, бегу, у тебя еще шкалы хватает. Подожди, подожди. О. Порядке, но ты далеко убежал. Ой. Спасибо. Что это еще за дерьмо? Прикройте на секунду, я подлечусь. Подпишка. Лечусь. Капец. Ром. А. Куда лучше. А, все. Ой, у меня патронов как пулемет. Это пистолет остался. Ой, у меня калаш. Ой. В общем, прыгаем сюда вниз и идем на восклицательные знаки. А, нет, и здесь лесенка, вот, идите за мной. А то мы тогда плутали с Витькой здесь на стриме, вообще жесть. Курильщик! Как они меня бесят. Только они бесят, меня вообще-то тут все бесят, кроме вас троих. Аптечка! Так, теперь сюда вниз. Сильно отпускать. Так, через лесенку. Да зараза, отпусти меня! Хочу тебя обидеть, но вид у тебя ужасный. Спасибо. Прикройте меня, я пока полечусь. Да так как? Осторожно. Теперь я в порядке. Хватит меня стрелять, хватит! А, вот. Здесь есть боеприпасы. Сейчас, я перезаряжусь, что вы все тут. Я тыл прикрываю. Да, я вижу. Как он хорошая. Что ты делаешь, черт тебя подери? Я что делаю? Я кинул дальше. Сирена, так и осторожно! Там и стрельбальщик. Надо перезарядиться! Перезаряжаю! Да, блин! Слава богу, лестница! Осторожно! Перезаряжаю! Открыл ее! Да-да-да! Не стреляй в меня! А уж извините, что попал. Я заряжаю. Так, не оставайтесь на стадии. Не-не, иди.
чувак, хватит стрелять, не жди. Да не бей ты два раза, ты знаешь, что лагаешь, собака, ну терпи. О, черт, опять вода. Эй, осторожно! Осторожно! Я пытаюсь, у меня отсутствует орда. Я оттуда сейчас еще... Живей, живей! И заряжаю! Так, где тогда вместе? Я практически ничего не вижу. Сейчас еще будут бежать спереди. Громила! Да зараза! Ё, меня еще... Громила! Бейте громилу! Подняться всегда, лучше удачно перезаряжать. Навсегда так удачно, блядь, зараза происходит. Ты что, совсем спятил? Да, кстати, его здесь не хватает. По 540 мог потрогать. И еще одна лестница. Улетает, как не знаю. Таблетки у меня. Уходим! Вроде полегчало. Осторожно! Перезаряжаю! О боже мой! Мы уже близко. Перезаряжаю! Общую такую сложную уже не прошли тут. Бля, опять. О, все. Перезаряжаю. Но... Следующую серию мы уже, как говорится, а вы не так уж продолжим в следующий раз. Мне так сложно согласиться, что это было. Ну вот это да, на одном, вроде на одном дыхании с одной стороны пробегаешь. У меня зрение плохое, и в темноте ориентироваться очень тяжело мне. Единственное, не берусь судить про финал. Одному с ботами легко, так же, как и в центре. А вот какой сейчас здесь будет финал, на улице и в зданиях искать, это, наверное, сложно будет. Ну это на завтра, наверное, да, уже нам? Да, да. Домашнее задание, блядь. Ага, добили. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачного дня, хорошего настроения. Общем, Элиса, всем а куда пока. Ты пригласишь Зою на первое свидание? Всем пока, друзья, и надеюсь, что сейчас не те времена. Пока. Никаких первых свиданий.